Перед вами Никольская церковь, церковь святителя Николая в Новом Милете, приходская церковь в селе Новый Милет городского округа Балашиха. Построена она была в 1904 году на территории усадьбы Милет. Усадьба Милет, известная как минимум с начала XVIII века, принадлежала она царевне Елизавете Петровне, Воронцовым, Голицыным, Ухтомским. И новая приходская церковь построена в 1902-1904 году по проекту архитектора Муссе. Средства на строительство были пожертвованы промышленником и купцом первой гильдии Орловым. Земельный участок для церкви пожертвовала владелица усадьбы княгиня Маргали в память о своем муже Ухтомском депутате дворянского собрания Богородского уезда. От усадьбы помимо церкви сохранился только регулярный парк, памятник природы. В советский период храм был закрыт. В 1930-х годах здание приспособлено под склад, позднее цех электромеханического завода. После Великой Отечественной войны в здании был клуб, в постсоветские годы – спортзал. Здание было разделено на два этажа, снесено завершение колокольни и глава. Здание возвращено верующим в 1993 году. Здесь была проведена реставрация с восстановлением облика. Храм выстроен в ретроспективном стиле с элементами эклектики. Образцом для трехчастной структуры церкви, конструкции и характера внешнего декора стали храмы XVII века.